Ночью, всю ночь сегодня шел дождь. Сегодня четверг, 8 число. Вот всю ночь дождь шел. Ну не ори ты, господи, толку никакого. Кошки стерилизованные, а он орет. Иди куда-нибудь в другое место, там другие кошки. Той системы бесполезно. Месяцами сидит здесь, орет. Так, что я? Я пришла огурцы собирать. Вчера я не собрала, не вздолила. Ну, вот сегодня думаю, ну что, уже, наверное, переросли, что-то делать с ними надо будет. Сейчас будем собирать. Вот такая вот. Ну, я уже начала. Пойдем сейчас потихонечку. Давайте снизу, наверное, начнем. Ой. Тут торопиться не надо, а то пропустишь, вырастут потом гигантские. Потихонечку сейчас пойдем осматривать. Где тут что есть? Собираем все маленькие, чтобы не было потом больших. Потому что огурцов много, а девать мне их некуда. Говорю, все уже поели. Салат вон сорвала позавчера еще. И так и лежат. А они же, знаете, мягкие становятся. Я не знаю, как у вас. И даже если в холодильник не кладешь, и в холодильник кладешь, становятся мягенькие. Ну и мои вообще как бы, даже если они не совсем мягенькие, мои с претензиями. Давай нам свежие, девай, не сорви. Эти уже не те. Хотим с грядки, тебе что, жалко? Ну, идешь, идешь, а те выбрасываешь. Поэтому. Вот видите, вот мой мизинчик, а вот пальчик. Вот такого размера огурчики очень вкусные. Очень. Очень-очень. Мы их сейчас все насобираем. Это даже меньше. Ой, какой большой. Нашла уже огурец. Видите, это уже такой настоящий огурчик. Не переросший, но и не маленький. Переходим наверх. Это я еще только на одном месте все. Я не тороплюсь, потому что делать больше ничего не хочу. А еще закрывать же их надо будет. Ну что, пойдемте сюда. Хорошему, я так понимаю, у меня и одной грядки хватает посередине, которая с огурцами, по большому счету. Мне столько не надо. Надо подумать об этом, чтобы эту грядку, возможно, отдать под дыни, например. Смотрите, какую я красоту навела. Я все обрезала безжалостно. Иногда уже даже с помидорками зелеными, но взяла и все покорнала. Здесь я до этого уже делала. Теперь очередь дошла и вот до этой вот с бычьим сердцем. Причем вот этот вот симбат, который должен был быть бычье сердце, оказалось какая-то пересортится. Он мне сыграл плохую роль. И вот этот вот удачный семена или урожайный, я уже не помню. Удачные. А они тоже пересортиться стали, то есть то ли переопылились. Вот видите, это вот у меня удачные семена, оказалось, что вот стали вот такими. В итоге
навела вот такой вот порядок. Выбросили кучу-кучу ботвы. Эти я срежу, сделаю, сделаю лечо. У меня есть перцы. Есть уже перцы. И я сделаю половину, ну, там, 3 килограмма 6 перцев я сделаю. Буду закрывать лечо. Потому что мы тоже особо их уже не едим, салат. А портятся они. Поэтому буду закрывать. Помидоры вкусные. Сладкие. Листья стоят больные. Ну и листья есть, помидор нет. Поэтому буду делать, конечно, вот эту часть. А сейчас пока хочу сделать оладушки. Вот из этой тыквы. Там и тыквы заболели, надо тоже выкорчевывать, выбрасывать. Короче, пошла такая погода, уже холодная, дожди. Надо все выбрасывать. Джунгли. Кстати, черная богиня мне по вкусу не понравились помидоры. В этом году, короче, с помидорами у меня не получилось нормального ничего. Ну и ладно. Получится в следующий раз. В том позапрошлом помидор было бычьего сердца, остальных очень много. Ну, в этом чуть-чуть я упустила. Чуть-чуть. Надо было начинать раньше. Понадеялась на концентр. Оно мне не помогло. В следующем году буду делать квадрисом. Я уверена, оно мне поможет, раз помогло в этом. Посмотрите. После квадриса какая хорошая листва и как хорошо сдерживается эта болезнь. Хотя она у меня уже прогрессировала в тот момент, когда я обрабатывала. Мне захотелось кукурузы своей вкусной. Смотрите, какая красотка. Я вот эту вот сорвала. Хочу попробовать сейчас сварить. Ну, что-то захотелось мне прям так. Сейчас дождь, мне кажется, будет. Вот такая необычная. Попробуем ее на вкус. Первый раз такую сажаю. Ну и обычная. Ну что, я сварила. Буду сейчас пробовать. Ну, она выварилась. Посмотрите, она стала такой же желтой практически, как и эта. Смысл делать ее черной, я не понимаю, если она вываривается. Ну, может, она очень вкусная. Я скажу, когда попробую. Я немного попробовала, откусила. Очень сладко, очень сладко. Надо сравнить с чем-то. Ну, например, с обычной. Это сочнее.